Еще он притчи изъяснял их. В стране, в зажиточном краю, жил некий господин, хозяин, имел усадьбу там свою. Подполье у себя в прихожей нашел он как-то свиток кожи. Раскрыл он, развернул рулон, и диво, что же видит он? Секретный план. В соседнем поле у речки есть старинный сад. И там когда-то чей-то долей закопан драгоценный клад. Заманчиво подумал он, не сон ли это? Нет, не сон. Да, это да, вот это да. Ему задача, и как теперь ее решить? Большая может быть удача, но как же поле-то купить? Все мысли он и вычисляет, секретные планы составляет, и ночь не спит. Какой там сон? Все в голове стоит рулон. И что рулон в себе скрывает, там золото и серебро. И кто ему ту цену знает? Ведь то богатство и добро. Быть может, клад на миллион. Какой чудеснейший рулон. И вот, продавший все имение свое, чтобы деньги получить, к соседу он без промедления спешит, чтоб поле-то купить. И план его осуществился, с соседом он договорился, и поле у него купил, да так соседу заплатил, что тот все время удивлялся, за что сосед так много дал, но так он и не догадался, какое поле он продал. Так Бог оставил свой престол, на землю за людьми пришел. Подобно этому однажды купец жемчужины искал. Он собирал их для продажи, и с них имел свой капитал. Но вот одну нашел такую, из драгоценных дорогую, что все добро продал свое, чтоб лишь купить ее, одну ее. И он купил ее, имея, не пожалел он ничего. Она ему всего ценнее, важнее имения всего. Вселенная вся хороша, но дорога Творцу душа. Еще вот притча. Божье царство подобно делу рыбаков. Они на море в день погожий, забросив небо, ждут улов. И как обычно, все бывает. Тут небо всяко попадает. И рыба крупная идет, и мелкая туда плывет. Рыбак не видит и не знает, лишь только терпеливо ждет. Затем, когда он полный станет, на берег тянет небо тот. За счет улова он живет, ведь рыба весь его доход. На берегу все выбирают, хорошее в сосуд кладут, а все плохое вон бросают. Вот так и ангелы придут. В кончине века все проверят, всех праведных от злых отделят, и их на небо вознесут, а злых определят на суд. И в море огненное бросят, там будет плач и скрип душ зубов. Кто слышит мудрости той просит, чтобы уразуметь, кто есть каков. Пока отец с терпением ждет, кто ж с покаянием придет. Так целый день Христос трудился, уча о царстве народ, а к вечеру распорядился, чтоб им идти на берег тот. Другой по берегу в той же лодке, прогулка в море, как проходка. Погода чудная стоит, волна под солнцем серебрит, и луч собою отражает, который терпеливо трепетно бежит и далеко там исчезает. Закат весь золотом залит. Синее стал весь небосвод, скрывая звездный хоровод. На небе тучки кучевые, белые, как лебеди, плывут, как будто вдали голубые, как не, так не спеша кого-то ждут. И тут же чон сопровождая, крылом приветы посылая, летают чайки над водой, и все пищат наперебой.
То ж видно, песня у них поется по-своему, без всяких нот. И в песне видно, слава льется тому, кто крылья им дает. Для них накрыт волнами стол и блюдо с рыбкою рассол. Морской прохладой воздух дышит, волна легонечко бежит, и лодку так чуть-чуть колышет, как колыбель она скользит. И на корме ее устало, спокойно, как моряк бывалый, склонившись, Иисус сидит и безмятежно мирно спит. Устал он, целый день читая, и так их лодка всех несла. Да, кстати, тишина такая, лишь только слышен плеск весла. И каждый рад был, рассуждая, что в их сердцах царит весна. Но вдруг погода изменилась, внезапно ураган подул, и небо тучами покрылось, к воде как будто кто-то гнул. Неслись сплошные вместо стаек, не стало видно белых чаек, убрались где-то к берегам, все потемнело здесь и там. Лишь буревестник громконосный взревел, врезаясь в эту тьму крылом, носился будто бы подослан, волоча с собою раскат огром. Все для него доступно, просто, стихия бури будто дом. Ученики гребут дружнее, но бесполезно. Лодку бьет, волной бросает все сильнее и в пропасть мрачную несет. Скрестились молнии над ними, и он все спит невозмутимо. Ну что же дальше, как нам быть? Быть может, нам его будить? Вопрос. А что поможет в этом горе? Вот хоть еще одно весло. Зачем мы вышли на ночь в море, а лодку все сильнее несло, смешались тучи и вода, нависла черная беда. Завалом вал все нарастает, крепчает ветер штормовой, и лодку в сторону бросает, накрыла раз уже волной, другой. Учитель, встань, мы погибаем, что делать, мы не знаем, вскричали тут ученики. Смотри, как гребни высоки, вот-вот нас скроют под водою. Учитель пробудился, встал, посмотрелся ввысь, спокойно он повел рукою, да властно молвил: перестань. И слышал глаз природы стан. И ветер стих, и гребни спали, и волны в борт уже не бьют, как будто их и не бывало, лишь тучки грозные плывут. Христос друзей всех отнимает и так чуть-чуть их укрывает. Где ж вера ваша, говорит, и нежно им в глаза глядит. Они в смущении молчали и только думали опять, стесненно двигая плечами, кто ж он, так властелин всеначален, что может так повелевать, и все слышат, и все спешат ему внимать. Простите.